актеры были замечательные, и у нас получилась, в общем, симпатичная картина, и картина была хорошая, во-первых, и во-вторых, как-то мы все вошли в эти роли, и действительная личность, замечательная, прелестная, прекрасный человек, прекрасный певец, просто прекрасный, и дай Бог ему всю жизнь так продолжать. А я был удивлен и поражен, когда простой вечер, не знаю, где его, где о нем говорили даже, творческий вечер был в кинотеатре «Иллюзион», и вдруг туда приехали буквально со всех концов Советского Союза поклонницы Рафаэля. Вот. И это было для меня таким невероятным, совершенно неожиданным подарком, что ли. Совершенно замечательные люди. И я считаю, что это очень хорошо. Вот это очень хорошо. Что вот такое происходит, что объединяются люди вокруг какого-то человека, и это так, сколько лет это все сохраняют.